8 стобальников. В ноябрьске стали известны предварительные результаты итоговых экзаменов по математике, истории и биологии. Речь идет об испытаниях, которые прошли выпускники 9 классов. Результаты работ 11-классников пока неизвестны. Первые результаты ЕГЭ по русскому языку станут известны в понедельник, 10 июня. А сегодня выпускники сдавали предметы по выбору – иностранные языки и физику. В итоговых испытаниях приняли участие около 350 ноябрьских школьников. Что же касается 9-классников, то по данным городского департамента образования, 100% результат по математике показали сразу 7 школьников – это воспитанники гимназии 2 и 7 школ. По биологии максимальное количество баллов набрал один участник итоговой аттестации – ученик из 8 школы. Несогласные с полученной отметкой в 3-дневный срок могут подать апелляцию.